Глава города Михаил Развожаев дал поручение спрятать трубы теплотрассы на улице Володарского. По его мнению, они портят внешний вид одной из улиц центрального городского холма. Отдельное прямо мероприятие, Евгений Сергеевич, посмотрите, там, может быть, не за счет всех теплоэнергии, если это их, не за счет инвестиционной программы, а за счет какой-то городской там нашей программы по благоустройству. Ну, потому что, как бы, выглядит это неправильно. Тем более, вот говорю еще раз, в центре, в таком туристическом, улочка живописная для прогулок, надо как-то придумать ее, облагородить, замаскировать. В ближайшее время специалисты департамента городского хозяйства должны подготовить свои предложения того, каким образом можно улучшить внешний вид улицы. В свою очередь, глава ведомства Евгений Горлов сообщил, что недавно на данных трубах была обновлена изоляция. При подготовке к отопительному сезону мы провели мероприятие. Значит, у нас по Володарского 7.19 поменено было изоляционный слой 173 погонных метра на 219 трубе. А Володарского 7 на 159 трубе 51 погонный метр. А на 19 Володарского 209 трасса 26 погонных метров. И на Большой Морской 19, то есть комплексно тоже проведена изоляция.